Ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Его состояние по-прежнему остается крайне тяжелым. Ему диагностирована открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и мягких тканей. Вчера мама ребенка находилась в крайне шоковом состоянии. По этому инциденту нашему каналу дала комментарий детский омбудсмен Анна Соловьева. Одно то, что он выкинул ребенка, сбросил ребенка со второго этажа на первый этаж, и то, что мать не могла тут же оказать ему помощь, то это о многом говорит. В данном случае вообще надо говорить о том, что, видимо, очень доступна алкогольная продукция в этом населенном пункте, потому что это случилось после 12 часов ночи. Значит, мужчина был в таком затяжном состоянии, пьяным. Значит, для них это очень доступно, легко доступно. Я не знаю, конечно, там закон действует, но как там продажа спиртного? Видимо, органам внутренних дел придется и населению самому придется, наверное, по этому поводу очень сильно задуматься.